double-digit thousands. Привет, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и у нас рубрика Mobile. Продолжаем проходить игру Vector. Вот, посмотрим, на чем мы остановились в прошлый раз. Так, классический у нас режим. Проходили мы локацию офисный район. Ну что-то давай. Долго грузится что-то. Вот. Итак, закончили мы с вами на том, что у нас, по-моему, не хватало, да, звезды. Чего-то нам не хватало. Надо 15 звезд, у нас 14. Понятно. Что, давайте подзаработаем звезду, а дальше уже посмотрим. Ну, может, давайте первую трассу, она полегче. Побыстрее пройдется. Ну что, давайте попробуем здесь выполнить на 3 звезды все. Нам как раз одной звезды не хватает. Наберем недостающую звезду и отправимся на трассу 1.8. Вот, а дальше уже будем смотреть, что да как. Здесь, в принципе, первая трасса, она не такая сложная. На 3 звезды можно слишком не потеть, как бы, чтобы заполучить. Так, разгончик. Прыжок. И вот трюк у нас. Отлично. Здорово. Есть 3 звезды наши. Это 100%. Да. Да. Не надо нам получать ничего. Смотреть видео какие-то. Так, трасса 1.2. Нет, нам не надо. Нам нужна трасса 1.8. Так, трасса 1.8. Отлично, открыто. И можно купить один трюк. Давайте-ка. Отлично. Ну что, давайте посмотрим, что нас ждет на этой трассе. Нужно быть внимательным, так как чем дальше, тем они трассы такие навороченные. Давай. Отлично. Так, прыжок. Здорово. Опа. Не получилось взять бонус, ну ладно. Так. Отлично. Разгончик получился, да, все-таки? Отлично. Трюк не получился, блин. Один из 3 трюков не вышло сделать. Уже 3 звезд мы не получим, это 100%. Дай бог одну. Столько всего пропустили. Но одна звезда всего.
одна звезда, и нам не хватает здесь. Две звезды нам не хватает, друзья. Две звезды. Это уже слишком. Так, давайте тогда что? Давайте вторую трассу попробуем пройти на три звезды. Ну что, давайте попробуем заработать три звезды. Я думаю, в дальнейшем, если нам будет не хватать звезд в дальнейших трассах, то будем также вот по порядку проходить старые трассы, зарабатывать по максимуму звезд. Отлично. Есть. Трюк выполнен. Ай-яй-яй. Стулья, стулья. Кто-то наставил тут стулей. Отлично. Есть. И... О, да, детка. Мы сделали это. Так, три звездочки, да? Отлично. Три звезды. Так, что у нас назад? Так, смотрим, где у нас еще не хватает звезд. Третью трассу мы прошли на отлично. Четвертая трасса. Ну что, давайте попробуем. Итак, у нас задача хотя бы на две звезды пройти, потому что нам не хватает одной звезды. Отлично. Главное трюки выполнять. А, черт, бонус не взял. Трех звезд уже точно не будет. Погнали. Ну хотя бы одну звезду еще добыть, я имею в виду. И будет ништяк. И мы можем продвинуться дальше. Так, трюки отлично выполнены. Yes. Yes. Разгон. И... Отлично. Так, что у нас тут? Две звезды. Есть. Отлично, у нас 18 звезд. Теперь можно... Так. 1,9 трасса. Здесь давайте посмотрим, что нам нужно еще для остальных трасс. 21 звезда здесь нужна. Так. Здесь 24. Короче, здесь все предусмотрено на то, чтобы проходить на 3 звезды все трассы. Так, давайте купим. У нас денег хватает. Отлично, поехали. Так, что же приготовили нам здесь? Оп, бонус я уже просрал. Второй тоже, третий тоже. О, здесь вообще тупик. Давайте еще раз. Так. И... А, не взяли. Скольжение. Отлично, прыжок. Трюк. Есть. Есть, есть, есть. Пока все нормально. Да блин. И... Есть, скольжение. Прыжок. Здесь наверх. Опа, 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 опа. Yes. Скольжение. Так, разгончик, разгончик. Отлично. Трюк. Yes.
Есть. Давай. Черт. Напряженно так. И опа. Много всего пропустили, походу. Трюк. Прыжок. И что мы получили? Мы получили 2 звезды. Нам еще одной не хватает. Ну давайте отправимся продолжать дальше по новой. Проходить старые трассы. Так, и что у нас тут имеем? 4-я трасса. Еще одной звезды не хватает. Ну вот как раз мы ее и попробуем добить. Ну что, давайте начнем. Главное. Ох ты, уже в начале накосячил. Главное быть аккуратным и четким. Так, трюк. Есть. Погнали. Прыжок. Еще. Отлично. Трюк. Yes. Разгон. Давай. Беги. Yes. Опа. Не получилось гладко это все сделать. Так, отлично. Оп. Трюк. Yes. Здесь вот бонусы собираем. Отлично. Есть, все собрано. Здорово. 3 звезды наши. Отлично, 21 звезда. Можно отправляться на следующую локацию. Так, следующая локация у нас 10-я. Погнали. Покупаем трюк. Трюк такой какой-то. Прыжок вниз головой. Ну давайте посмотрим, что нам здесь предложат. Опа. Отлично, бонус взяли. Так. Что ты везде спотыкаешься-то, ё-моё. Отлично. Бежим. Yes. Бонус. Есть. О, сколько много прыжков-то. Давай. Отлично. Разгончик. Прыжок. Здесь... Так, его сделаем. Ай-яй-яй-яй. Отлично. Оп. Yes. Давай. Отлично, разгон. Скольжение. Давай. Быстрей, не даем им шанса. О, черт. Разгон. Ну. И... Жесть. Просто... Жесть, трюк. Еще. А, черт. Опа. А, нифига себе такой поворотик. Ну что у нас тут? 2 звезды. Нам надо 24, да, по-моему?
Так, нам нужно 24 звезды. Давайте, что у нас там дальше? Здесь у нас пройдено, пройдено, пройдено. Ну что, пятую трассу давайте. Попробуем ее на 5 звезд. Ой, на 5 звезд, на 3 звезды пройти. Ну что, погнали наши городские. Давайте, давайте. Отлично. Бонус взяли. И через офис. Здорово, здорово. Так, не просрать трюк. Есть. Скольжение. Давай, давай, он нас догоняет. Ну, еще один трюк. Есть. Отлично. Трюк. Есть. Здорово. 3 звезды наши. Отлично. Так, 24 звезды у нас есть. Открыта последняя трасса в офисном районе. Ну, давайте посмотрим, что нас ждет. Купим еще один трюк. Так, подняли нас на трассе. Теперь с чуваком вместе бежим. Прикольно. Так, оп, отлично. Есть. Не просираем трюки. Опа. А как он? Он вниз. Получается, надо было наверх тоже, да? Вместе с ним. Окей. Давай, 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 давай. Опа. Трюк. Есть. Давай, 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 давай. Не отстаем, не отстаем. Трюк. Воу, это что сейчас было? Что за глюк? А, не взяли бонус. Ладно. Давай, 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 давай. Нифига себе тут. Тут еще скрытые всякие штуковины. Давай, парень, я за тобой бегу. Так, отлично. Есть. Трюк. Есть, здорово. Тут разгончик. Опа. Есть. Круто.
Нашего паренька поймали. Круто, круто. Что-то новенькое. Так, две звезды. 26. Итак, открыта новая локация. Стройплощадка у нас. Ну что, дорогие друзья. Стройплощадку, наверное, мы будем проходить уже в следующее воскресенье. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Также отписываемся, отписываем отзывы, пишем предложения по мобильным играм, которые хотите увидеть в этой рубрике. Я со всеми прощаюсь, до новых встреч, до новых прохождений, всем пока-пока.